Кадровые назначения в акимате Петропавловска. Евгений Глотов назначен заместителем главы областного центра по социальной сфере. Трудовую деятельность он начал в 2006 году менеджером объединения юридических лиц «Конгресс молодежи Казахстана». Затем был директором ТО «Агроиздат». С 2011 по 2014 год руководил ТО «Стилсофт Астана». А с октября прошлого года до настоящего времени занимал должность руководителя областного управления предпринимательства и туризма Северо-Казахстанской области.